Всем привет, я из Space, можно сказать, я знаю, как выиграть хакатоны, поэтому ни на какие призы не претендую. Вот. Но все очень банально, просто надо подготовиться. Скажите, кто готовился к этому мероприятию и смотрел? Кто? И готовился? Я думаю, что готовились все, потому что все преподаватели. Кто смотрел ТЭД? И смотрели, что люди сделали и что работает. Вот. Я тоже немножко посмотрел, и поэтому мне показалось интересным просто выступить с очень хардкорной, самой хардкорной идеей, которая завязана на методологии, то есть сделать методологию, которая позволит по минимальному количеству вопросов определить, а что же, собственно, человек не знает. Вот. И начинается все банально. Как только вы слушаете там речь там, айтишника или там, бухгалтера или там, профессионала, у вас есть там 7 слов незнакомых, после которых вы теряетесь. Может быть 3, может быть 2. Вот. И, в общем-то, по этим словам уже можно понять, что у человека есть проблемы образования. А дальше мы уже смотрим, начинаем ощупать, на какую тему с ним можно поговорить, чтобы понять, где ходить, кто может запомнить. Вот. Проблема старая, как бы там на ней много бились. В конце концов пришли к тому, что есть такая технология bias inference. Если кто-то слышал, будет очень полезно пообщаться. Я думаю, минута у меня закончилась. И с людьми, которые хотят узнать больше, я надеюсь, что мы сможем пересечься в рамках этого хакатона и попробовать узнать, как может эта методология вообще выглядеть, и что сейчас можно сделать. Нужны люди, которые знают, как происходит процесс обучения. Есть люди, которые слышали, как работает дофамин на постановку целей и что происходит при достижении цели, как вызывается интерес у людей, когда вот две области знания, а связи между ними нет, да, то есть как насчет этого? Ну, вроде как ты можешь больше рассказать. Да, в общем, я не знаю, что будет происходить, поэтому будет интересно. Спасибо.